В Иванове стартовали командно-штабные учения. Начались они с осмотра техники, которая находится в распоряжении городской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Такой смотр проходит один раз в 5 лет и позволяет оценить готовность служб к предотвращению и устранению последствий чрезвычайного положения. Сотрудникам спасательной бригады было предложено смоделировать ситуацию по спасению человека в экстренных условиях. По словам проверяющего, справились медики неплохо, но и не отлично. В целом была отмечена хорошая подготовка сил и средств города к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Было высказано и несколько рекомендаций. Все у нас финансовые возможности, до оборудования, закупка инвентаря, имущества, ну и по документации, можно сказать, немножко надо обновить кое-где. То есть инструкции, ну и так далее.